Всем привет! Добро пожаловать в залог на пару. Мы сегодня дома. У нас хозяйственный день. У нас опять потекла душевая кабина. Уже с другой стороны. И пришлось вызвать срочно мастера. Он нам там что-то законопатил. Говорит, что прохудилась теперь... Как ее зовут, Анют? Герметизация. Вот он герметиком там все прошелся. Вроде бы не течет. Но следующий ремонт он придет делать еще после 18 числа, поэтому будем наблюдать. Ну, в общем, у нас какие-то водные проблемы, так что все у нас связано с водой. Вообще у меня по жизни все связано с водой. Обязательно где-то что-то затапливается, что-то протекает. Не знаю, что это обозначает, но вот приходится все время бороться. Про Аню рассказать что-нибудь? Про Аню ничего не будем рассказывать, но у нее болит живот. Потому что вчера мы наелись всякого острого вредного для нас, хоть и лекарства попили. Я сама редактирую влоги. Я ведь вырежу это. И Аня сегодня занималась делами. Да, с утра сбегала, как огурчик, пришла, да, и все пришла, заболело. Outfit of the day. Платок из резерв. Куртка из Be Free. Кофточка. Ну, я ее миллион раз уже вам показывала. Она с кучей дырок из H&M. Штанишки из H&M. И слепоны из H&M тоже. Макияж у меня только BB-кремами Erborian сделан. Я сегодня практически не красилась. И сережки из... по-моему... это мне подруга подарила, они с садовода. Я внизу совершенно обычно одета, в смысле внутри. Вы уже видели. Да, но вот только единственное, что вы еще не видели, это вот такой полупальто. Как кардиган-пальто? Полупальто, да. И шарфик это из Be Free. И то, и другое из Be Free. Да. И там еще кисточки у этого шарфика есть прикольные. Они мне очень. Аню, как Карлсона. Друг спас друга. Карлсону варенье принесли. А Аня загорелась идеей принять ванну и попереться в лаж. Мы можем принять ванну. Нам там ванну починили чуть-чуть. Одну. Вот, так что мы идем за пузырящимися и шипящими бомбочками. Вот так. Вот так вот. Не, на самом деле я немножко подремала. Это, скорее всего, от недосыпа, даже не от еды было. Да, и лекарство же выпила. И мне стало полегче немного. Все-таки, сколько мы с мамой не излишествуем, нельзя там этого делать. Организм не обманешь. Да, все-таки желчного пузыря нет, и как-то вот забываешь иногда об этом. Какая же вкуснотень получилась. Вообще, приятного аппетита. У мамы говядина, бургера. А у меня индейка. И кускус еще. И приятного аппетита, мы очень голодные. Аппетита. Мы вернулись, поели. Мы довольны жизнью. А мы сейчас расскажем вам о своих покупках в Лаш. Так как я поняла, что у нас есть, оказывается, ванна, в которой можно принимать ванну. Мы лежать пошли, в воде. Да, лежать в воде. Ложись со всякими вкусностями. В ванну, в воду, в свое тело. Бася что-то грызет. Ну, конечно, грызет. И мы пошли. Но сначала начнем не с того, что мы пошли покупать для ванны. Там, понимаете, вот как входишь, сразу ловушка. Маски для слева, лица. Слева сразу ловушка. Моментально. И причем мы в эту ловушку постоянно попадаем. Сегодня было очень много, много меда. Масок. Да. Да. И вот это нам двум. Святая правда у мамы. Я так поняла, что она
Очень питательная. Свежая маска для лица. Давай эти ингредиенты. Сиразю. Мед, глицерин, каолин, свежая папайя, соевый йогурт, ланолин, масло ши. Ну, питательное, в общем, яйцо. Ты считаешь, что делает? Вот здесь написано же. Маска насыщает кожу свежими, полезными, активными компонентами, которые помогают ей оставаться красивой долгое время. Так как мы уже вроде как попробовали, у нас на мед здесь не было аллергии, мы решили продолжить и взять вот с медом еще одну маску. А эта маска «Скорая помощь». Я еще не показала. Это называется «Скорая помощь». И здесь порошок каламина, настой водорослей ирландский мох, свежая черника, миндальное масло, абсолют розы, масло ромашки, масло сладкого дикого апельсина. В общем от прыщей. От высыпаний. И еще нам дали два пробника двух других масок. Ей дали. Ну что ей, нам дали. Одна из них маска медовая, но она, я так понимаю, сильно медовая, поэтому, ну, она и называется медовая, поэтому мы решили сначала ее попробовать. Потому что вот когда-то Ане давали, оказывается, пробник шоколадной маски. Я сегодня вышла, и шоколад с мятой, ты же любишь. Да. Представляете, а ей дали пробник, и она попробовала, и оказалось, что на шоколад, видимо, аллергия, потому что было высыпание, да? Да. Представляете? Так что надо попробовать сначала. Но я... Ну, в общем, да. И маска Амазонка. Там глина и еще что-то. Вот в это общем... тоже от прыщей. Я просто сразу Ане говорю, давай возьми. А она у говорит... У меня просто высыпания да какие-то сейчас на лице. Что-то говорит, не буду. Ну, вот пробник хотя бы взяла. Угу. От полной маски отказалась. Вот. И самое главное. А вот за этим главным надо подниматься на второй этаж. Поэтому, слава богу, это не всегда прямо под и ногами. И просто так спуститься очень сложно. Значит, это выбрала мама. Это называется секс-бомба. Это вот такая великолепнейшая бомбочка. С розочкой, представляете? Она шипящая. Да, это шипящая. Там есть три вида, получается. Есть пена, насколько я поняла. Это не роза. Не роза пахнет? Не-не-не-не. Значит, есть пена для ванны, есть бомбочки шипящие и есть масло для ванны. Насколько я поняла, их три. Если вы знаете больше, то расскажите. Я рада, наконец, разобраться в этом невероятном объеме всех этих средств. Значит, эту бомбу наиболее оценят две категории наших покупателей. Первое – это любители чувственных ароматов соблазняющих ситуаций. Вот почему маме это понравилось. Мне понравилось просто опять название. А вторые – фанаты Тома Джонса почему-то. А кто такой Том Джонс? Кто такой Том Джонс? Я не знаю, кто такой Том Джонс. Вот, так что вот так вот. Не знаю, чем это пахнет. Не знаю, чем ну, это точно, пахнет. Не розой. Не розой? Но тебе нравится, там да? Было написано, чем пахнет. А почему здесь не написано? Непонятно. Вторая штукенция. Это вот такая макарунка. Ой, пахнет ну очень вкусно. И это юзу и какао. Комбинация пены и масла для ванны. Вот, видите, мы нашли еще один вид. То есть там посерединке масло для ванны, а здесь пена. Круто! Нам попалась девочка, которая, видимо, новенькая и половину не знает. Она просто подходила и начинала читать. Всё. Вот, здесь соевое молоко, абсолют жасмина и масло мускатного шалфея, масло иланг-иланг. Это мама все еще про свою да. секс-бомбу. А у меня здесь комбинация так, масла кокоса и дерево ши. Абсолют какао и бобов тонко. Солнечные бодрящие масла грейпфрута, бергамота. В общем, очень, вот это очень прикольно. И, скорее всего, я ее сейчас буду использовать. Вот это сладкая очень. Нет, она кисло-сладкая. Там еще очень сильно сладкая есть с лаймом и бергамотом. И еще
одна тоже пена. Но мне кажется, с ней я немножко погорячилась, потому что там она пахла не так сладко, честно. Молочная ванна. По составу она очень хорошая. Там масло какао, масло апельсина и еще какие-то... Там молоко, масло пачули, оливковое масло. Как бутылочка да, какая-то? Да, она как бутылочка молока, наоборот только. Вот так, а да. Почему? Ну, потому что здесь она гладенькая. И здесь серебринки. Вот, но пахнет она просто... О, у меня все руки уже в серебринках. Ну, очень сладко. Мне кажется, что мне половинки даже хватит, потому что она настолько сладко пахнет. Ты понюхала? Да я уже обнюхалась. Очень сладко пахнет. Мне уже вот здесь. Мне кажется, я с ней немножко погорячилась. Ну вот, сегодня я буду с макаронкой принимать ванну. С макаронкой и маслом, потому что мне очень хочется что-нибудь такое сильно питательное, такое тепленькое. И наши благодарности. Я сегодня благодарна, что мне стало получше, особенно после такой вкусной еды. Очень благодарна маме, что она... меня обо мне так заботилась. И очень благодарна, я всему благодарна, сегодня столько всего на самом деле происходило. Очень благодарна, что у нас снова функционирует душ. Бася фу. Все? Да. Я сегодня благодарна именно за визит нашего сантехника. Мы его теперь уже приручили. Он нам и шланги поменял в стояке. И, в принципе, вот еще придет ванну большую нам чинить. И вот в нижней ванне он нам обещал. А, в верхней он нам починил еще дверцу, представляете? Ой, вообще. Хотя мне говорили предыдущие мастера. Последний раз я вызывала в 2008 году. И предыдущие мастера спасибо. Сказали, что невозможно починить эти дверцы. Он говорит, ну кому-то невозможно, а мне возможно. Представляете, там наверху уже в душевой дверца работает. И вот после 18 числа он придет к нам и большую ванну починит. И здесь тоже починит дверцу. Ну, просто счастью нет предела. Абсолютно, да. Вот. Ну, а мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаю вас. О, Вася пришла в конце. Она вас целует. Давайте я вас всех обниму. Где? Давайте, где? Давайте. Обнимаю вас крепко. И желаю вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Прекрасных выходных, дорогие напишите, наши друзья. Напишите, как вы проводите выходные эти.